Добрый день, друзья! Такой вот популярный нож хочу сегодня показать вам. Называется нож-бочонок. Вот так вот это все откручивается. Вот такой, собственно, клиночек. Все это самодельное, друзья. Формы более-менее разные бывают. Ну, в общем, люди делали такие вот ножи кустарным способом, то есть ничего-то на заводе ничего-то такого, заводские вернее не продавались, ну вот такие вот кустарные. Вот эта вот штука, по идее, открывашка для бутылок должна, но что-то она вот тут у товарища не особо получилось. Ну вот так вот сделали. Здесь вот, да, тоже бывают такие отверстия, чтобы колечко какое-то сюда надеть, да, и, соответственно, можно было какой-то темлячок там, например, да, сделать, или там к ключам приделать его, наключником, так сказать. Ну, вот такой вот своеобразный, еще раз говорю, нож, самодельный нож, ничего такого сложного в этом ноже нету. Ну, как мы видим, и клиночек такой кривоватый. Ну, может, уже от старости кривоват. Ну, вот, видите? Ну, вот так вот. То есть, держать его, на самом деле, удобно. Вот это вот все сделано из алюминия, вот эта штука. Рукоятка, так сказать. И сделаны такие насечки. В общем-то, неплохо. То есть, на каких-то, да, может быть, и на военных заводах делали такие ножи. Вот так вот. Граждане веселились в свое время. Закручивается достаточно хорошо все это. То есть, ну, все это дело по уму. Еще раз говорю, таких ножей было огромное количество разных вариаций, но суть примерно одинаковая. Вот так вот. Нож-бочонок. Вот, друзья, советский... кустарное советское производство таких вот ножей. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго.